Веселый и в то же время серьезный чемпионат проходит в деревне Полсбрукердам в Нидерландах. Участники соревнуются в прыжках шестом через канал. Этот национальный вид спорта называется фирльепен. В переводе с фрисского означает «грациозный прыжок». Суть в том, чтобы разбежаться, запрыгнуть на шест, который углублен в дно канала, забраться наверх и приземлиться на противоположном берегу как можно дальше. Участники обматывают одну ногу велосипедной камерой, а руки смазывают мастикой для гандболистов. Это уменьшает трение и позволяет выше забраться на шест, тогда и прыжок будет длиннее. Нужно учитывать много факторов. Разбег, прыжок в высоту, лазание и прыжок на берег. Очень многое может повлиять, и тогда все пойдет не так. Из-за этого очень трудно сделать оптимальный прыжок. Сегодня, например, небольшой ветер. Надо это учитывать, чтобы двигаться прямо. Фирльепен придумали фрисские крестьяне. С помощью прыжков шестом они пересекали каналы, которые разделяли пастбища. Это экономило время, не надо было идти в обход. Первые состязания по фирльепену прошли в 18 веке. С 1972 года проводят организованные соревнования. В Нидерландах насчитывается примерно 600 прыгунов через канал. В этих соревнованиях участвуют 48 человек. Их поддерживают 2000 болельщиков.